добрый день. Всех радом и приветствовать. Это первый день весны, начавшийся так солнечно. Сейчас немножко для удобства музыкантов солнце всего включено. Большая радость видеть всех здесь сегодня, приехавших из разных мест Москвы, и не только. Здесь есть гости из Казахстана, не только мы, а еще и представитель Тараза, бывшего Джамбула, Сергей Горбачев. Один из самых старых друзей наших, которые вот живут сейчас в Москве. Вот. Обещали гости из других стран, но вроде все. Москвичи, с Алтая, Светлана, с Тюмени, Ольга. Ну, остальных я, честно говоря, просто... Да все москвичи, ладно. Сегодня нашу презентацию начнем с того, что в первую очередь переведем слово «презентация» на русский язык. Это означает дарение, презент. Сегодня мы можем подарить другу радость общения. Случай, конечно, такой радостный лично для меня, потому что эта книга стихотворений на тему индийских преданий, собственно говоря, родилась совершенно спонтанно и достаточно недавно. Потому что были какие-то наброски, были какие-то вещи, но сложилось все в один продукт буквально за последние года два. Так что сегодня будем читать вместе, кто-то будет тоже выходить, декламировать, и получим общую радость. И теперь, значит, в первую очередь, еще раз, я хочу выразить благодарность моему учителю Шриматаджи Нирмала Деви, благодаря которой, собственно, и состоялась сама тема этого вечера. Потому что, верите, нет, до того, как я познакомился со Шриматаджи и стал заниматься йогой, Индия для меня была, вот, честно говоря, вот просто параллельный мир. Буквально Мисхун Чакраборти я увидел там в 16 лет. И даже само слово Чакраборти, казалось бы, столько вот. Мы все это видели, все это слышали. У нас был Махмуд Исамбаев, который танцевал танец солнца, там индийские какие-то вещи танцевал. У нас были там фильм «Бродяга», все что угодно, «Маври», наконец, «Рикки Тикки Тави». Я сейчас вот с данной своей позиции жизни смотрю и вспоминаю. Вот что это Индия и все эти вещи почему-то у меня как-то не откладывалось. Ну, Индия и Индия, ладно. Но благодаря тому, что я стал заниматься, медитировать, и не только сама Индия, а просто красота и культура других народов через получение самореализации как-то стала доставать мое сердце, будем так говорить. Поэтому многие вещи пишутся на тему не только Индии, а и других стран, как Египет, допустим, там, или Иран, Китай. Потому что многие из нас, присутствующие здесь, если не все, знают о том, насколько объединяющая и такая синтезирующая нить идет сквозь сердце каждого из нас благодаря сахаджа-йоге, который многие здесь опять же занимаются, или почти все. Есть кто пришел сегодня первый раз, кто еще не знает о том, что такое сахаджа-йога? Вы? Ну, не важно. И поэтому, из уважения к своему учителю, я сегодня хотел бы начать этот презентационный вечер со стихотворения, которое написала сама Шриматаджи в 1930 году. И я попрошу Лизу Гурвич прочитать это стихотворение. Я хочу быть маленькой, как пылинка, которая летит вместе с ветром. Она летает везде, может сесть на голову короля, а может упасть на чьи-то ноги. Она может лететь куда угодно и быть где угодно. Я просто хочу быть пылинкой, которая благоухает, которая питает, которая просветляет.
размеренно. Отдышу. Мой путь. Подарила мать природа темперамент мирный мне, жизнелюбие, свободу нерушимую извне. Безмятежно и беспечно пролетели детство дни, с благодарностью сердечной вспоминаются они. Удовольствовался малым, помогал другим, чем мог, стадионов и спортзалом дорогим мне был порог. В 18 как мужчине подоспел армейский срок, пригождается поныне испытаний тех урок. Человеческих познаний понимал я важность, но неосознанных исканий созревал мой плод давно. 90-х тихий вечер, в деревень, как в раю, волшебство случайной встречи изменило жизнь мою. Немудренно, ясным слогом, с чувством, с толком, не спеша, рассказала мне о йоге просветленная душа. Размышляли мы о древе, тонких знаний и судьбе. Матаджи Нирмала Деви прозвучала вдруг в избе. Фотография простая излучала благодать. Улыбалась, как родная, наставительница мать. Удивление для слуха, восхищение для глаз, ветерок святого духа испытал я в первый раз. Наконец-то, натурально получив ориентир, изменил я кардинально прежний свой светлый мир. И теперь, раз у нас столько музыкантов, я даже не предполагал, давайте Ом Куркхуа умеем играть? Если не умеем, мы поддержим. Английский вариант. Ом Куркхуа Сваха. Я чуть-чуть Значит, подпевать привет, припев мы все можем. Это вещь ремейк. Поэтому припев общий, слова я знаю. Не надо, он споет. Теперь, значит, второй момент. Начинание любого дела всегда идет с того, что нам хочется чистоты, искренности и мудрости в наших поступках. Именно эти качества олицетворяет собой Шри Ганеша, который в индийской мифологии представлен в качестве мальчика с головой слона. Там долгая история, может быть, мы еще к этому вернемся. Но о том, что Шри Ганеша имеет эти качества и может быть пробужден в каждом из нас, это прекрасно каждый знает. И сейчас давайте эти качества через восхваление Шри Ганеши уважим в себе. Шри Ганеша, где Шри Ганеша? Come on.
здесь кого-нибудь бы помоложе, кто умеет рэп читать? Или опять придется отдуваться на волнах? Я не этот. Я движение не знаю. Вот это не умею. Что рэп с попса до политиков спичи. Я слушал недавно индийские притчи. То было какое-то пиршество духа, уму назидание, радость для слуха. Истории эти мне стали подмогой, пути постижения смысла и йоги. Заветом святых дышит каждое слово, невинность и мудрость индийцев основа. Не главное деньги там, страсть или фигура, желание и действие, другая культура. Там издревле люди искали дорогу к познанию истинной цели и к Богу. Меня удивило в индийцах иное, принять это трудно порой, не скрою. Они рассуждают, как малые дети. Но именно дети милее всех на свете. Обманывать только себя мы не будем. Меняется нынче понятие в людях. Пороки и слабости наши известны. Живут с добродетелью. Добродетели в нас они вместе. Любовь и страдания, жажда наживы. И в Индии, и древние всегда были живы. Но что же теперь по созвездиям млечным забыть про свой поиск? Ну совсем. Про свой поиск извечный. Предание от времени хуже не стало. Мешает нам кто достигать идеала? Но полно. Позвольте сей опыт нетленный представить сегодня как стих вдохновенный. Небезупречный горшок. Теперь уже по-серьезному. Увидеть радость в незначительных вещах, крупицу пользы даже в недостатках, дает тому лишь это качество Аллах. Достоинство благого отпечатка. Стремиться быть лошадой высоких душ, всегда должны поэт, певец, художник понять сумел, чтобы юнец и зрелый муж, насколько мир наш тонок, многосложен. Ценить учился, дабы щедрость, доброту, с другими завтра светом поделился, описывать людей обычных доброту, красоту, давно в себе и я определился. Затем вошел простой индийский водонос в историю посредством притчи он. За то, что воду он всегда кому-то нес, в село свое от родника по слову. Напрасно разве стал бы в древности поэт вперед точить для мелочи подобное? Когда он был не графоманом, не эстет, зерно увидеть в пустяке способным. И, кстати, я не стал бы нынче овершка, чернила просто изводя без смысла. Итак, индиец воду в глиняных горшках таскал шестом, как будто коромыслом. Один сосуд с годами начал сильно течь. Воды в нем сохранялось половину. Кувшин хозяин все-таки решил сберечь, хотя мочил зазря в дороге глину. Горшок однажды робко с ним заговорил. Бывало в дни подобные. Бывало в дни былинные такое. Свое, признаюсь, я хозяин отслужил и ухнул с неподдельной тоской. С такой пробоиной о чем вести мне речь? Достиг уже означенного срока. Какую пользу можно из меня извлечь? Зачем со мной вам лишняя морока? Ничем помочь я, господин, вам не могу. Затрата сил ненужная со мной. Сегодня вам, чтоб самому не быть в долгу, приходится работать больше вдвое. Горшок, жалея, молвил добрый водонос. Скажи, какой здесь повод для кручины? Какой стоит неразрешимый здесь вопрос? Винить кого-то разве есть причина? В моей работе так случилось не впервой. Хотел утиль тебя, скажу по дружбе. Потом придумал я, как недостаток твой, смогу и дальше применять на службе. Взгляни-ка ты на эти чудные цветы, разросшиеся вдоль дорожки густо. Такая радость всем от этой красоты, а было здесь уныло все и пусто. Цветение праздник даже глиняный кувшин не мог оставить долго безучастным, однако трещина в боку почти соршина считать себя заставила несчастным. Увы, опять ты больше, чем воды принес, пролил хозяин собственного пота. Утерший лоб, горшку ответил водонос. Спасибо, друг, сердечный за заботу. Зато труда и тоги хорошо видны. Смешно считать мне лишние три круга. Заметь, цветы твоей лишь только стороны. Твоя подстаться целиком заслуга. Решив тебя использовать таким, как есть, семян цветочных я насеял слева. Могла б такая горка благоухать и цвесть, не поливай ты этого посева. Наложит время на материю печать, ничто не существует в мире вечно. Сумел бы я букет учителю собрать,
тогда мы оба были безупречны. Значит, в прошлый раз, когда здесь был вечер, мы готовили примерно 60 произведений. Прочитать успели, наверное, штук 40, не больше. По опыту здесь 40, сегодня, наверное, штук 20, если осилим, будет хорошо. Поэтому некоторые вещи, ну, какие-то предисловия будем говорить, рассказывать, и уже потом по сути. Из наших мест, откуда мы родом, из степей Центральной Азии, родом был такой Амирлан Тимур. Завоеватель, полководец, там, государственный деятель. Его внук Бабур, я проще скажу, ну как типа, наш узбек, будем говорить, Бабур, пошел и завоевал часть Индии. И основал там империю великих моголов. И у этого Бабура уже был, в свою очередь, внук Шах-Акбар. Если Бабур был пришельцем, естественно, что его окружение, как говорится, относилось к индийцам как к покоренному народу, там насаждали ислам, значит, пытались, может быть, их притеснять и так далее. Но уже Акбар родился как индиец. И он, когда вырос и стал себя осознавать уже как личность, он сказал всем своим приближенным: это моя страна и это ваша страна. Хотите любите, хотите нет, но будет как положено. Все индийцы равны. И поэтому этот человек, может быть, он был реализован даже, он вошел в историю как великая душа, уже как это, шах Индии. У него был учитель, Фарид. И, значит, он с ним советовался по всем вопросам. И сельчане, соседи Фарида попросили: ты же, говорит, вхож к шаху, пожалуйста, попроси для нас выбить школу, там надо построить для детей. А он говорит: Фарид, мне ничего самому лично не нужно, но если вы просите для детей, я схожу. И вот он пришел к Акбару. В полуденный тихий молитвенный час звенел муэдзина, размеренный глаз. Фарида впустила охрану, узнав, хотя не великий служебный устав. Акбар самолично в тенистом саду построил часовню в спокойном году. Читал падишах в той часовне намаз. Уже неслышно присел на ступеньках устас. Уже завершал поклонение Акбар, он тихо просил у Всевышнего в дар: о ты, кто вселенную держит в руках, пошли мне везение в радных делах, врагов моих грозных скорее усмири, избавь мое царство от смуты внутри, богатство мое многократно умножь, душевные страхи мои уничтожь, империи нашей расцвет и размах навек сохрани, милостивый Аллах. Меня только ты можешь сюда вести. Фарид приподнялся, желая уйти. Еще не дойдя до дворцовых ворот, услышал, как шах его громко зовет: учитель, по что вы так быстро ушли? Ведь вы не напрасно визит нанесли. Побудьте подольше, останьтесь на ночь. Могу я, наставник, вам чем-то помочь? Напрасно пришел я сегодня сюда. Какая была мне на это нужда? Хотел я в палатах увидеть царя, да вижу теперь, что надеялся зря. Не мог я представить, что в царском саду обычного нищего нынче найду. Что может просящий мне большего дать, чем тот, кому сам я стараюсь взывать? Посредники здесь мне совсем не нужны, пускай даже это владыка страны. Правитель самых честных правил в своем рабочем дневнике воспоминания оставил об этом мудром старике. Помог мне осознать тот случай, плодит, как ненасытный ум, приобретательств и кипучий, любые виды алчных дум. Куда б тебя ни поднимала твоя счастливая звезда, уму всегда чего-то мало, он жаждет большего всегда. Как здорово, когда у страны такой повелитель. И вот через 300 лет, значит, когда уже англичане пришли, во время Акбара их, естественно, еще не было, пришли англичане и себя вели как хозяева в стране, там, как говорится, сахиб, белый человек и так далее. Ну, индийцы, народ, как мы сегодня пели, поклонники Сиганеши, они мудрые и сумели себя вести так, чтобы получать даже удовольствие, даже под гнетом. Кувшин Акбара.
Сколько земли Индостана знали вражеских сапог? Греки, тюрки, англичане рвали лакомый пирог. Много раз они пытались сделать вотчины в харат. Тщетно пыжились, старались царь, священник и солдат. Люди Индии достойно, приняв вызов судеб, жили честно и достойно, на чужой не зарез хлеб. Духа сильное начало, это был народ-герой. Впрочем, сильно выручало чувство юмора порой. Тихий вечер, два сахеба, белых человек, англичане вышли погулять. Тихий вечер, два сахеба, гамки вдоль гулять пошли. Млело летним зноем небо, козы воду пить брели. Из кустов, растущих рядом, с расстояния в пять аршин, медным легеньким снарядом бухнул в ноги им кувшин. Нервно лица исказились важных наших англичан. Оба сильно разозлились, крикнув гневно на сельчан. Мимо шел крестьянин местный, понял, в чем проблема суть, и решил остряк прелестный шутку дело обернуть. Плиз, сахи, парней, простите за случайный, за злосчастный сей сосуд. Лучше выгоду поймите, чем тащиться с ними в суд. Дрались там в кустах непросто эти двое бедняков. Слева маленького роста лидер сельских пареньков. Вечно ищет приключений, столько матери хлопот. Впрочем, мальчик просто гений, в жизни он свое возьмет. Где нашел кувшин он дивный? Стычка вышла из-за него. Видно сразу, эксклюзивный, значит, стоит он того. 300 лет назад посуду мастер эту выпускал. Шах-Акбар ее повсюду делать больше приказал. Редко нынче встретишь это. Где кувшин пострел нашел? Мать свою живет со света. Слава Богу, я здесь шел. Вещи древние иностранцы, ценность вмиг определив, обратились к оборванцам. Нам отдайте эксклюзив. Сделать надо так, ребятки, с видом строгим грёб индус. Наши гости слишком падки на старье, и в этом плюс. Знайте, что кувшин Акбара драки вашей целью был. Только не отдайте дара, палец длинный к небу взмыл. Шустрый малый брат идею очень творчески развил. Вещь, которой я владею, прадед в детстве мне дарил. На Мишу смотрю сразу попозже. Ценность эта родовая, пуще глаза берегу. Белый молвил, понимаю, что ж тогда купить могу. Так простак, проказой мелкой, превратил игру в момент. Вышел выгодной сделкой шумный этот инцидент. Предпочел он улыбаться, видя глупость и вещизм, чем серьезно вовлекаться, развивая эгоизм. Мудрой Индии предание вечно слушать я готов. В них основы мироздания и духовности осколков. Вот если бы наши музыканты что-то сейчас на тему ковали бы спели, было бы чудесно, потому что сейчас самое ковали. Кто знает ковали? Ковали, только Серега. Любой ковали. Помнишь ковали? Плиз, сахеб, плиз. Thank you.
Ну, зачастую в жизни приходится, наверное, каждому встречаться с разговорами о том, сейчас, собственно, время-то открытое, все говорят о блоге, о разных путях и так далее. Ну, мы как бы не лишены этого тоже. Задумывается о вечном, о высоком. И вот мне один раз попалась на глаза такая история, которая показалась интересной в том плане, как мудрый человек смог разыграть целую драму для того, чтобы не спорить с кем-то, не реагировать на их глупость, а просто взял и красиво разыграл маленькую драму. В одно богатое селение зашел отшельник на постой. Известен был старик святой и светлый путь его учения. Однако праведность